чего начинается доброе американское утро. Я не знаю, Леонид знает и сейчас нам покажет. У меня оно уже началось. Когда? Ну, еще когда меня Таня разбудила. Не, ну... Да, это, мне кажется, наш стандарт. Когда ты проснулся, начинается утро. Но в Америке же должно быть иначе. Это же все-таки другая сторона. Американское утро. Американское утро. Другая сторона света. Hi. Hola. Руслан. Руслан. Yes, it's me. Oh, and this one? This one? It's you about finding your chicks. Oh my god! It's a joke, it's not true. Yeah, no, but it's cool. That's cool, I'm gonna start watching. Enjoy, my friend. Все. Пошли дальше, давай каждый день уходить по кофе. Удивительная история, это как и у нас, это мне уже в который раз отмечаю, что это не зависит от национальности и от страны. Можно встретить человека, который будет говорить, что ты меня снимаешь, что ты хочешь. А с другой стороны, можно встретить вот таких людей, которые при виде камеры сразу улыбаются, машут. Я, привет, ты чего снимаешь, что ты хочешь? Она не может не махать, это Starbucks ее уволит. А, политика Starbucks, думаешь, такая? Да. И она все равно милая оказалась. Ну, это да. Тут вообще, напряженка, когда ты работаешь в таких компаниях крупных. Да. Тебя могут пожаловаться, независимо от того, ты прав или не прав, ты делал это или не делал. Просто жалобы, да? Просто на тебя жалуются и тебя увольняют. И все. Никто не разбирается. Напомню, что знакомясь с Леонидом по борьбе, по секции борьбы, мы с ним выступали, боролись раньше в одном весе, правда, за разные команды, за разные институты. Но годы идут, а интересы не меняются. После... Мы еще не завтракали, мы просто попили там кофе-капучино. И собака сюда, сейчас мы покажем класс, или Ральф нам, или мы ему. Хочется верить, что мы его загоняли, а не он нас. Хотя он нас тоже. Давай, пей. Ральфунь, давай. Теперь мы едем домой, оставить Ральфа. Да. А, вот. Взять вещи. Взять вещи и пошуровать дальше. Супер, значит дальше БД. Все нормально. Поехали. Собираясь к большому предприятию, то, что мы хотим сделать уже с завтрашнего дня, Леонид решил себе сделать кое-какое приобретение. Зашли в крутой байкерский магазин. Здесь перчатки, пожалуйста. $34. 24 простые. Такие $32. $139. Обалдеть, мне кажется, у нас таких цен нету. $129 такая обувь. $269 вот так. Ого, она увесистая. Кожаная. Цены прям нравятся мне. $369. Вот. Хороший шлем. Еще и скидка 50%. $39 минус скидка. $124. Жилетка. $125. Подтяжки. $26 такие. $22. Вон сколько пар носков. 6 пар. Четенько подъехал. Да ты хирург в вопросе вождения. Вообще. У тебя там камера где? Да. Где? Я ее не вижу. Да. А, вон она, все. А, так что я зря махал тебе, да? Да. Что ж ты сразу не сказал? А если только парктроник? Что это за бензины? Это обычный 2,39 за галлон. 2,37. Цена за галлон это 4 литра. За 4 литра 2,39, за 4 литра 90,
93-го, но это на самом деле 95-й, 98-й, да, наверное, даже? Наверное, да, но он ну, хороший. Не, да, вот 27. Мастер-фломастер сам пришвартовал целую лодку. Так вот выглядит отдых в Нью-Йорке. Сегодня наш таксист Руслан. Он не таксист, он водитель. Я не водитель, я капитан. Вот на этой барже маленькой нам привозят каждый день свежую рыбу сюда. Да, в Нью-Йорке тепло, относительно тепло, а здесь только вышли, уже сразу похолодало. Что-то пошло не так, сказал я, а не Леня, и мы заглядываем в двигатель. Для чего мы туда смотрим, я еще не знаю, но... Я просто смотрю, что можешь, может быть для начала. Может, что-то увидим, да? Главное, заведи свечи в вышечке. Главное не падать духом. Давай повисим, а что уж делать? Так, подожди, а что, она сама что ли просит? Ну да. Подсохнут свечи. Подсохнут чуть-чуть. Стечет хотя бы с них. А есть тут как на мотоцикле массу отключить, типа отключенная масса? О-о-о! Завелась, газку, блядь! Ukraine. Welcome to America. It's not live TV, but I have YouTube channel. And maybe in 2 weeks, 3 weeks, you will be hero of my video. I'm traveler by bicycle around the world. All Africa, all Asia, then from Alaska to Mexico, come back to Ukraine for 6 months, rest, work, save money, and come back again. Keep solid. It's IT company and the American. Are you? And same, yes, it's my private page and this one about my trip. Enjoy your food. Enjoy, I will stay outside. You stay outside, bye. Bye.
все, ребят, я еще пару подписчиков себе нашел, это раз, и они мне сказали, что у меня хороший английский. У меня хороший английский, гонят. Катание наше закончилось. Это было круто, это было волшебно. Сегодня у нас будет мототур. В Штатах, конечно, живут совсем другими критериями. Да? У нас бы, если бы кто-то предложил, поехали где-то на мотоциклах пройдем, на 1,8, вообще впятером бы мы поехали. Здесь нет. Вся прелесть в том, чтобы ты ехал сам на мотоцикле. Поэтому мы поедем. Леня уже сделал заказ на взять в аренду Harley Davidson. Дух захватывает. 7:20 утра, я думаю, соседи довольны. Сейчас он пока прогреется. Мы на машине поедем за одним мотоциклом и одной машиной поедем за вторым мотоциклом. Оказалось, что мы мега пунктуальные. Приехали за 10 минут до открытия Harley Davidson. А, мы уже в Staten Island? Да. 40 миль мы проехали, нормально приехали. Остров, который раньше был свалкой. Прочитал я про Harley Davidson, в чем его культовость заключается. В начале 1903, по-моему, году, там начали ребята, один Harley и два друга детства его, они братья Дэвидсоны, собрали первый велосипед с мотором, но даже в маленькую горку он не смог заезжать без помощи педалей. Они поняли, что надо собирать мотоцикл. Собрали первый мотоцикл весом 13 килограмм. Ну, типа, это прототип. Подожди, они ж, там было 4 человека. А четвертый потом им тоже там помогал. Это тоже Дэвидсон был. Потом они крутые заказы получали во время Первой и Второй мировой войны. Потом переключились на гражданское. Но в чем их культовость? То, что они делают целую культуру, субкультуру. И ну вот как-то они сделали так, что это прям целый образ жизни. Дело в том, что сейчас они хотят закрываться. Они хотят оставить только сервис по ремонту, хотят оставить сервис по прокату. И, насколько я знаю, одежда, обувь, шмотки, все. В каждом, практически в каждом маленьком городке было по магазину раньше. Ага. Вот. А сейчас уже закрылась половина, насколько я слышал. Будут дальше закрывать. Good morning! $22,000. $17,000. $28,000. You're selling me. Почему? А? Почему? Почему? Да. Why? Yeah. Because I like it. Ah, okay. No, I have a YouTube channel. Oh, and okay. I am guest, only for 1 week. Where are you from? Ukraine. Ah. But how did you understand I speak Russian? Because I can hear the accent. Ah, okay. He too? No? Or only mine? No, I can hear him too. I have accents. Yeah. Crazy accents. Я хочу идти домой. Я хочу спать. When you learn Russian? School. School? School? Yeah. Here? Yeah? I was born in Germany. Ah. Oh. Я жил в ГДР. В ГДР, ага.
This one is much expensive than this one. Uh-huh. Not today, but yeah. Before? But before it was crocodiles and dinosaurs. Today, this one is much expensive. You want me to give it? Of yes. Course. Oh, thank you. It's like a present. What is спасибо? Ukrainian, дякую. Ah, that's almost like Czechoslovakian. Yes. They say дякую. Or like a Polish. Polish, how yeah, they say? Yeah. Dziękuję. Dziękuję, yeah. Yeah. Oh, wow. Потрескивает, класс. Вот это мы проехались, класс. Нам еще, конечно, ехать и ехать, но впечатление уже веселое, уже классное. Я начал понимать. На Хонде почему-то было не так. А вот именно на Харлике как-то вот именно захотелось, может, потому что я уже привык. И не вздумайте говорить, что я пересел на другой вид транспорта. Это тоже байкер. Я себя, кстати, считаю байкером. Шучу, не считаю. Так, как здесь заправляются? Сами подъезжают, да. Ты вставляешь карточку. Да. У нас же такого нету. Что это за карта? Дебетная, да? Да, дебетная. Ну, то бишь, не кредитное сбережение, пин-код. Мы отворачиваемся, он пока вводит свой пин-код. А я его запомнил. Так, пин-код. И что? А, и все, и заправляйся. Билет на паром. Как называется штат? А, Коннектикут. Сейчас будем заходить в штат напротив. Состязание между двумя велосипедами. Велосипедами, мотоциклами. Honda и Harley Davidson. Мы сейчас проехали 100 миль. Это 160 километров. И посмотрим. У меня еще даже полбака не прошло, но мы подозреваем, что он просто больше по объему. У Лени на Honda уже начал мигать индикатор бензина. Топлива. Сейчас мы посмотрим, сколько ему влезет. И заодно мне зальем. Мы просто будем понимать, сколько мы... Кто, с какой мотоцикл сколько съел на 100 миль, на 160 километров. Да, но ты не забудь сказать, что у тебя 2019 года, а у меня 2002. Ты думаешь, он 2019 года? Да, он 2019 года. Ты уверен? Да, они не дают старше. Это они его так успели подтаскать? Конечно, он уходит дома. Да. Мой выглядит лучше, да. Да, да, твой выглядит лучше. У Лёни кардан, у меня ремень. Сейчас посмотрим. У тебя 6 передач, у меня 5. Ну, считай, почти 4 галлона. Ну, почти десятку, он меньше, там, 9, считай, есть. Ну, ты в прошлый раз, что, так заправлял, да? О, стой, 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 стой! Блин. Ладно. У тебя было 3, у меня 2,5 галлона. Да? Ну, получается, что да. Да. Так, 2,5 галлона, это получается 10 литров. На 160 километров? Да. 6 литров получается? И при этом тут объем такой же, как у тебя, считай. Да.
расправлялись мы моей украинской карточкой, вот этот таксомат спросил почтовый индекс мой домашний. После этого только нам налил бензина. Таксомат, бензина, плюй. Да, но опять-таки мой Харлик ест меньше. Да. Что приятно радует. Зато у меня резина новая. Слушай, а мы еще мы едем, общаемся в Bluetooth. Пару слов перекинулись, ну и стало легче. Так, приехали мы к нашей гостинице. Знаешь, вот по цвету подходят вот, вот наши эти самые многоэтажки, ну там девятиэтажки. Там точно так же по цвету. Да, да, примерно такое в три раза меньше. Ну я понял, что. Вот так вот, но я думаю ничем, ну... Ну, больше я, там еще ничего не отличается. Ковер еще, пожженные топ эти ногти. Зато те лифты работают по 60 лет. Утюг, гладильная доска. Слушай, вы знаешь, мелочь, а вот приятно, да. Это что, кофемашинка, да, маленькая? Наверное, я не знаю еще пока. Да, миниатюрная кофемашина. О, секундочку. Ты у нас кроватки. Будильник. Тут же зарядка вам под USB, смотри. Телефон, пульт. Класс, это я люблю, это я поем. Леониду нельзя. Таня его за это ругает, поэтому я забираю, у меня будет две. Прибежали в ресторан, потому что он работает еще полчаса. Здесь приходит, тебя сразу встречают и садят. Типичный американский такой вид. Хотя здесь... Но приятно, чистый, приятный. Да, ну получается, что здесь только постояльцы гостиницы. Нет, почему? Может, ты туда приходить? Нет, мы просто ехали на отшиб. Не было никого рядом. Но это был отшиб, да. Нам принесли заслуженные. Хотя для них он не заслуженный, а для нас заслуженный. Это жареные креветки. Это жареные устрицы. Лично мое мнение, что сырые, они вкуснее. Тоже креветки. Ого, какие они крупные. Да. А эти какие крупные? А это в кокосовой стружке. Соус классный. Креветка классная. Который раз я обращаю внимание, вот в Штатах, вот в Нью-Йорке, нету салфеток, не дают, по одной приносят. Все вытираются такими полотенцами, и соли с перцем нет. Кстати, могу заметить, мы тут уже почти 5 лет, значит, салфетки бумажные только в дешевых ресторанах. Не знаю почему, в дорогих ресторанах их нет, их надо просить. Это считается другой ресторан, и вот в таком мы сидим, просто шум и гам везде. Американцы не умеют говорить тихо. Помимо того, что мы заказали креветки и жареные устрицы, нам потом подошел официант и говорит, что он сказал вообще... Ребята, вы заказали, говорит, только аппетайзеры. Аппетайзеры это перекус. Аппетайзеры, стартеры, да, это перекус. У нас типа принято заказывать мейн-курс, то есть основное блюдо. Мы заказали стейк еще. Так, короче, все, и нас, одним словом, нас развели. Да, стейк я попробовал. Стейк говно. Да, нас развели, и мы помимо того, что решили только по морепродуктам, еще едим и мясо. Это еще булочки нам зачем-то принесли, еще салат. Булочки у них положено, он просто забыл, он должен был их сразу принести. У них положено приносить хлеб сразу. Он забыл, он принес. Могу поспорить, что булочки будут самыми вкусными. Ну, кроме креветок. Креветки, конечно, тут. Да, вот, креветки хорошие. С Леней остались очень недовольны нашим ужином. Приносит вот чек, сейчас покажу, на котором Леня, вот он написал, какая сумма, потом сколько чаевых и общую сумму. Я говорю, давай напишем столько же, ну, типа ноль. Он говорит, тут так не принято. И оставил на чай $10. Одним словом, душевая. Вот стул это для инвалидов. Даже несмотря на то, что совсем маленький бассейн, в котором глубина всего лишь 1.5 метра, здесь safety first, техника безопасности прежде всего. И объявления, я замечаю, они есть абсолютно везде, где нет, должен быть или спасатель, или если нет спасателя, то внимание, нет спасателя на службе. Везде правила пользования, то бассейна, то вот сауны. После хорошего дня, продуктивного, байкерского,
будут водные процедуры. Отдохнем, конечно, на гору Вашингтон мы не доедем, как планировали. Поменялся план из-за дождя, из-за временного лимита. Ехать очень много. Мы и так сегодня проехали, завтра проедем по другим красивым местам. Насладимся. Проснулись в гостинице, идем завтрак, который включен в стоимость. Так, можно попить чаек. Ой, я думал, это как для собак. Сосиски. Сметана, йогурт. Хлопья. Смешного. Дякую. Интересно, здесь тостер такой. Ты ставишь, и идет небольшой конвейер. Нет. Слушай, он не спадает. Он прижарился, что ли? О. А снизу обязательно подогревает огонь. Вчера вечером мы приехали уже поздно, было темно и не было видно какой красоты. Мы отъехали немножко севернее Нью-Йорка, и пейзажи изменились. Поднялись на вершину горы Грейлок. Высота 3491 фит. Это чуть выше 1 километра. И вот это является самой высокой точкой штата Массачусетс. Здесь рельефную карту они сделали. Очень красивую, даже в масштабе. Тут еще проходит дорога Апалача. Дорога миграции индейцев. 2100 миль проходит она через всякие горы и долины, и ежегодно от 3 до 4 тысяч ходит по этому маршруту. Подошел к концу наш мотопробег почти. Me too? Thank you, of course. Успели мы, вот, без 5-5, 4-55. Have a good night. До свидания. До свидания, до побачення. Проехали 1000 километров за 2 дня. Мотопутешествие — это совсем другая штука. Это, наверное, медитация на колесах, дорога, горизонт, другие машины, рев мотора. Это не совсем то путешествие, которое мне сейчас хочется. То, чем я сейчас занимаюсь на велосипеде. Разные вещи. Фух, надеюсь, жажду я утолил достаточно. На какое-то время мне хватит. И пока продолжу путешествие на велосипеде, несмотря на моторные аппараты.